Доброго здоров'я! Сьогодні, 1 грудня, Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Започаткований був день з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я у 1988 році після заклику на зустрічі міністрів охорони здоров'я усіх країн до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ-СНІД. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – звернути увагу суспільства на цю проблему. Город Кривой Рог в этом вопросе занимает одно из лидирующих положений в Украине. Костянтин Мурашко очолює міський відділ охорони здоров'я. С момента регистрации первого случая, это в 90-х годах, на сегодняшний момент их более 17 тысяч. Это та группа, где диагноз был поставлен. А на сегодняшний момент в городе это более 9 тысяч человек. Самое главное и самое важное, что хочется сказать, чтобы пациенты и обычные люди не боялись и не закрывались от этой проблемы. Чем раньше человек обследуется на ВИЧ-инфекцию, тем быстрее будет сформирована его модель поведения. Модель абсолютно адекватная, нормальная, для того, чтобы человек жил и работал в нормальных условиях и чувствовал себя абсолютно комфортно. Во всех центрах первичной медико-санитарной помощи города Кривой Рог, это 36 амбулаторий, абсолютно бесплатно проводится тестирование пациентов при их желании, согласии, быстрыми тест-системами. При подтверждении результата или при получении сомнительного результата существует определенный алгоритм действий. У нас в городе есть методическое учреждение, это центр СПИДа современный, который оборудован всем необходимым, там работают специалисты. Не надо этого бояться. За 2015 год мы выполнили более 3000 исследований. Выявляемость этой проблемы составила чуть больше 1%. Это те пациенты, которые имели проблему, но они не знали о ней. К сожалению, бытует мнение о том, что меня эта проблема не коснется. На самом деле всю жизнь диктует совсем другие условия. То есть именно эта проблема, как правило, и касается человека. И очень важно не оказаться выброшенным из общества, потому что это не приговор. Есть дети, которые рождены от ВИЧ-инфицированных матерей, и они абсолютно здоровы. Есть люди, которые живут с ВИЧ и имеют профессии, которые не мешают им в обществе приносить пользу. Это обычные люди. Они не должны быть выброшены из общества. И отношение, в первую очередь, специалиста, оно помогает другим людям поменять свое отношение, в том числе и в плане дискриминации. В очень многих общественных организациях работают люди, которые имеют ВИЧ-инфекцию. Они рассказывают о себе, они рассказывают о проблемах, они делятся своими переживаниями. И в конечном итоге после таких встреч меняется вообще отношение к людям. И поэтому эту работу надо делать просто систематически, правильно и искренне. І ця робота робиться. Наприкінці листопада криворізька делегація медиків та керманичів громадських організацій взяли участь у третій національній науково-практичній конференції з питань ВІЛ-СНІДу в Україні. В місті Києві була трьохдневна конференція міжнародна, на якій присутствувало більше 500 чоловік. Це були і громадські організації, і медики, і організатори управління здравоохраненням, і донорські організації, міжнародні партнери. Потому что эта конференция была посвящена именно этой проблеме. На этой конференции впервые было объявлено о том, что эпидемия ВИЧ-инфекции в Украине, она остановлена. И поэтому та резолюция, которая была принята, то руководство к действию, это в первую очередь те шаги, которые надо делать в дальнейшем, для того, чтобы эту проблему побороть и прекратить. На короткой встрече с выполняющим обязанности министра охраны здоровья нам удалось рассказать об этом и по предварительным договоренностям возможен даже приезд в город Кривой Рог министра для того, чтобы мы поделились опытом своей работы, проблемами и наметили планы к их решению. Потому что наша главная задача – это служить людям, пациентам. За даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі в цілому сповільнилося. Але своєї гостроти проблема розповсюдження інфекції не втратила. Лише за цей рік у місті медики Криворізького центру профілактики СНІДу виявили близько 1000 нових випадків інфікування. Ми намагаємося донести до всього населення та жителів нашого міста, тому що ВІЧ-інфекція присутствує в нашому місті. І вона, скажімо так, давно вже війшла в наш місто. И довольно такими печальными
последствиями. В нашем городе на сегодняшний день около 10 тысяч ВИЧ-инфицированных находится на диспансерном учете. Эта цифра, конечно, приблизительна, потому что эпидемию можно оценивать, зная показатель, который мы знаем, 10 тысяч, ее смело можно умножать на 2. Поэтому мы предполагаем, что в нашем городе около 20 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ежегодно мы тестируем около 60 тысяч наших жителей. Это во всех лечебных учреждениях. Зачем проводятся такие акции? Для того, чтобы приблизить к населению нашего города возможность пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию и узнать о своем статусе как можно раньше. Потому что раньше узнаешь свой статус, пересмотришь свой образ жизни и перестанешь передавать ВИЧ-инфекцию. В этом году тестируем не только на ВИЧ-инфекцию, а также на гепатит Б, гепатит С, сифилис и ВИЧ-инфекцию. По сравнению с 8-летней давностью, народ с опаской тестировался, боялся услышать свой результат. Сегодня уже, ну скажем так, мы начинаем свою акцию с 12 часов, но с 10 часов народ уже подходит. ВИЧ-инфекция – это не приговор. Люди живут, получая РТ-терапию, остаются полноценными жителями нашего общества. Це українська мережа людей, що живуть з ВІЛ-СНІД, найбільша та найпотужніша українська громадська організація. До складу входять близько 500 членів і понад 400 співробітників. За допомогою до представників організації звернулося більше ніж 20 тисяч людей. В нашому місті було дуже багато різних акцій, мероприятий. Одна із перших неділь з 21 по 25, яку ми проводили, це була Європейська неділя тестування. Елла Соколюк знає про проблеми ВІЛ-інфікованих людей не з щуток. Мы всю неделю говорим о ВИЧ, где обязательно мы тестируем, и посредством тестирования людей, населения, мы еще раз напоминаем, еще раз проговариваем, предупреждаем. Очень часто выявляют ВИЧ-инфекцию на поздних стадиях. В нашем городе это бывает свыше 40% вновь выявленных случаев, это когда уже пациента выявляют в стадии СПИДа. Время упущено, здоровье уже очень подкошено. Вот. И неделя тестирования была как задумана для того, еще, чтобы вот протестировать, чтобы человек в течение 15-20 минут узнал свой ВИЧ-статус и в соответствии от результата выбирал свою линию поведения. Ему идти лечиться, если статус положительный, или же понять, что нужно что-то изменить в своем поведении, в своих отношениях и как бы быть более бережным к себе. За 2 дня мы протестировали около 100 человек. И вот сами представьте, что из 100 человек 4, это уже 4%, это загальное население. Это не группы риска, это обычные типичные жители. Было выявлено 3 женщины в возрасте от 30 до 35 лет и 1 мужчина до 35 лет. И следующие дни мы также 3 дня проводили тестирование и акции в самых крупных вузах нашего города. Это Металлургическая академия, это Педагогический университет и Национальный университет. Слава Богу, там было протестировано больше 230 студентов, молодых людей. Ни одного позитивного результата мы не выявили, чему мы очень порадовались. И все-таки наша молодежь достаточно понимающая относится к этой проблеме и очень много знает. В субботу вместе со спеццентром при поддержке GIZ была проведена большая акция городская, где все присутствующие, кто был в то время в Ашане, акция проходила с 12 часов до 6 часов вечера. И также было протестировано более 350 человек. И там, к сожалению, цифры уже другие. Было выявлено 10 результатов ВИЧ-положительных, было выявлено 5 человек с гепатитами С, было выявлено 3 человека с гепатитом Б и 3 человека с сифилисом. Вот такая грустная статистика, это только представьте себе, ну фактически тестирование шло 5,5 часов, вот 5,5 часов, 350 человек и такие уже результаты. И потери достаточно большие. Вот между выявлением и доведением на учет и лечением бывают такие случаи, когда мы думаем, что это вновь выявленные люди, мы выявляем, тестируем, и человек не знает, он говорит, я никогда не знал, я даже не имел понятия. Приходим в спеццентр или в кабинет доверия на сдачу крови, и там оказывается, что это человек с 2008 года или 2009 уже состоит на учете о том, что у него была когда-то установлена ВИЧ-инфекция. И тут у людей и шок, и говорят, почему я не знал, почему. Как правило, такая ситуация бывает, если человек лежал в стационаре, перед операцией у него брали кровь на то время
проходило 2-3 недели для того, чтобы получить обратный результат. Человек выписывается, ему уже сделали операцию, он выписался, результат пришел, и никто его не искал, потому что система медицинская не предусматривает такой услуги. Это дискриминация по отношению к людям, живущим с ВИЧ. На сегодняшний день один из основных барьеров именно доступа к лечению и доступа к медицинским услугам. Люди, которые инфицировались, они боятся, что их уволят с работы, они боятся, что отвергнут их, они боятся, что они будут, что на них будут тыкать пальцем, и очень скрывают, стараются скрывать свой диагноз. И, к сожалению, видим очень часто такие случаи, когда люди даже готовы отказаться от лечения, рискуя своей жизнью, жизнью своих близких, но только чтобы никто не знал о диагнозе. Вот, к сожалению, ВИЧ-инфекция – это такая достаточно стигматизирующая болезнь, которой вот, потому что ни к одной больше к другому заболеванию нет такого отношения, как ВИЧ-инфекции. Когда была на конференции, провела переговоры с H&F, это такая большая достаточно организация, которая борется против СПИДа, и они нам выделяют уже на 2017 год, они выделяют около 1000 тестов быстрых нашей организации. Мы еще вложили еще в новый проект, следующий проект «Респект», который как раз против стигмы и дискриминации, тоже около 1000 быстрых тестов. И также наша всеукраинская сеть ЛЖВ передаст нам более 4500 тестов, которые мы вот в течение года. То есть понимаем, что акция акция, но нужно обеспечивать в тестировании вот такое сопровождение, доведение до учета в течение года. Для того, аби вирішити певну проблему, спеціалісти громадської організації «Мережа» співпрацюють з експертами. Мій професійний інтерес є в тому, щоб створити максимально адаптовані системи і послуги, які забезпечують цю систему, для громадян, які б дозволили захищати права і інтереси громадян. Тарас Брижеватий закінчив школу соціальної роботи Києво-Могилянської академії. Близько 20 років надає експертну оцінку щодо розбудови соціальних послуг. Велику зацікавленість в цьому мало Міністерство соціальної політики, тому що це було наше перше місто, де ми працювали на рівні виконкому і структур виконкому міської ради. Позиція всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, та місцевого відділення цієї організації продемонстрували такий інновативний підхід, тому що люди, які живуть з проблемою ВІЛ, вони знаходяться зараз у всіх категоріях населення, у всіх вікових групах, соціальних групах. І саме акцент на тому, що необхідно розвивати загалом систему соціальних послуг для всієї громади, і щоб ці послуги були доступні для людей з проблемою ВІЛ, говорить про такі інноваційні підходи і говорить про бажання і розуміння місцевої влади створити безбар'єрний доступ всіх категорій громадян до соціальних послуг, в тому числі тих послуг, які гарантують представництво інтересів і прав громадян. Впевнений, що місто може забезпечити інституційну спроможність на довгі роки гідно визначати потреби населення щодо послуг, надавати їх і забезпечувати і фінансовий, і кадровий потенціал для цих послуг. Головним результатом, що я дуже насправді радий, це є підтримка місцевої влади, тих інноваційних підходів, які напрацювали місцеві експерти з моєю допомогою, з моєю експертизою. І маю надію, достатньо з високою вірогідністю, що програма ця буде реалізована в найближчий період часу. Я хочу, чтобы то, что я делаю, приносило какой-то результат. Чтобы когда мои дети меня спросят: папа, чем ты занимался там, когда тебе было 30 лет, и я с гордостью наговорил, что я помогал людям, я старался решить проблему эпидемии ВИЧ-СПИДа. Денис Дмитриев занимается вивчением проблематики социальных послуг. Мы считаем, что неправильно, когда категория ВИЧ-позитивных людей инкапсулируется сама в себе. Для нее разрабатываются отдельные услуги, отдельные программы. Это хорошо, что они есть, но их нельзя изолировать. А люди, которые живут с ВИЧ, есть во всех категориях людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Инвалидах, безработных, потребителей инъекционных наркотиков, детей. Они есть везде.
и абсолютно неправильно делать для них отдельные социальные услуги. Мы хотим, чтобы вся система социальных услуг, которая существует в городе, работала эффективно. Мы будем разрабатывать максимально правильную, максимально валидную систему оценки потребностей для того, чтобы, во-первых, охватить и найти всех тех, кто требует помощи от государства в плане социальных услуг, социальных выплат, социальной помощи, и адекватно оценить потребности каждого человека, каждой семьи в этих услугах. Мы хотим создать реестр предоставителей социальных услуг. Всех, как государственных, так и негосударственных, потому что одним из постулатов социальной реформы является открытие рынка социальных услуг для того, чтобы в нем участвовали не только государственные организации, учреждения, коммунальные учреждения, но и общественные организации на равных правах, на равных условиях, частные предоставители, бизнес-компании, бизнес-структуры. Естественно, должно обеспечиваться надлежащее качество предоставления социальных услуг. Для этого необходимо проводить независимую оценку того, как тот или иной предоставитель предоставляет услуги. В эту программу заложено создание мониторингового центра, который будет на регулярной основе заниматься оценкой удовлетворенности, доступности, соответствия услуг, которые предоставляют те или иные учреждения своим клиентам. И последним пунктом идет подготовка высокопрофессиональных кадров, которые будут предоставить эти услуги через систему обучения, которая будет именно в городе. Мы надеемся, что эта программа поможет как-то этот процесс поменять. Я являюсь экспертом, консультантом проекта «Реформа ВИЧ-услуг действий» по вопросам внедрения механизма социального заказа у нас в городе. Ольга Рубан працює в Криворізькій організації «Мережа». Социальный заказ экономически выгоден, так как 80-90% бюджета тратится напрямую на услуги. Без содержания зданий, сооружений, не нужно платить коммунальные платежи, содержать большие штаты. Социальный заказ направлен на саму услугу, и оплачивается конкретная услуга конечному получателю. И в борьбе с эпидемией в нашем городе было принято решение объединить усилия и в помощь к медицине подключить еще социальную часть. Таким образом, проведены несколько рабочих групп при управлении социальной защиты нашего города, где определены потребности, сделана оценка потребностей, выделены приоритеты и планируется в дальнейшем объявить конкурс с закупкой услуг по социальному сопровождению, доведение до диспансерного учета людей, у которых выявлена ВИЧ-инфекция. Социальный заказ даст возможность жителям нашего города, которые столкнулись с такой проблемой, с этой болезнью, возможность полноценной жизни, вовремя встать на учет, вовремя получить медицинскую услугу, лечение, и их шансы на полноценную жизнь будут намного выше. Почему мы этим занимаемся? Достаточно сложно быть в стороне, когда ты видишь количество людей, которые сталкиваются с этой проблемой, когда ты общаешься с этими людьми. Общими усилиями мы надеемся остановить эпидемию в нашем городе, новых случаев заражения, чтобы не было. Кілька років тому Надія не ризикнула давати відверте інтерв'ю, розкриваючи свій позитивний статус ВІЛ-інфікованої. Та сьогодні молода жінка особистою відвертістю та відкритістю руйнує існуючі в суспільстві стереотипи. Я дуже трудно це все переживала, дуже довго носила все це в собі, довго не могла прийняти цей статус. Після чергового прийому в спеццентрі до рук жінки потрапила візитка громадської організації людей, що живуть з ВІЛ. С визитом и знакомством Надія не квапилась. Я получила информацию из первых рук, исчерпывающую, честную, ту, которая нужна. Родился мой сыночек, ребеночек у меня здоровый, с ним все хорошо, все замечательно. Мы были одними из первых клиентов группы раннего розвитку Монте-Сори с моим сыночком. Постепенненько я стала чаще приходить, как-то больше помогать, то есть волонтерить, потихонечку волонтерить. Потом где-то через год мне предложили работать
в детском центре социальным работником. В принципе, так началась моя карьера в этой организации, о которой я не жалею. Я очень рада, что я там работаю. Я реально понимаю, что я на своем месте. Я могу помочь девушкам, женщинам, мужчинам, людям, просто людям принять это все, пережить это все. Я выступаю с открытым лицом. Я не боюсь сказать того, что я ВИЧ-позитивная. И я это делаю в первую очередь для того, чтобы люди не боялись этого. С этим можно жить. И я живу, я ращу своих детей. У меня все хорошо. Я состоялась как женщина, как мать, как личность, как специалист. Это давно вышло за тот узкий круг, который принято считать, что это вот потребители инъекционных наркотиков или работницы коммерческого секса. Поверьте мне, очень много хороших, замечательных людей, которые по воле судьбы оказались вот так. Это лечится. Это незачем оно это лечится. Есть препараты, есть, их выдают бесплатно, есть лечение, врачи. Врачи все больше и больше знают. Они готовы помочь. Хочу обратиться к не ВИЧ-позитивным, да, к здоровым людям. Мы такие же, как вы. У нас такие же проблемы, у нас такие же дети. Мы также спим, мы болеем, ходим на работу, мы радуемся, мы плачем, когда нам плохо. К ВИЧ-позитивным обращаюсь. Себя бояться, не надо себя стесняться. Мы живые люди, такие же, как все. У кожного з нас є близькі люди, діти, а може і внуки. Час спливає. СНІД ще не переможений, тому важливо навчитися чути тих, хто має особливий позитивний статус. Носії ВІЛ – теж люди, які хочуть жити. Бережіть себе, піклуйтеся про ближніх, і нехай Всесвітній день боротьби з ВІЛ об'єднує нас не лише 1 грудня, а й в інші дні. Разом ми переможемо вірус раніше, аніж він здолає нас. Доброго здоров'я!